совершенное прохождение механизированной колонны техники и вооружения реактивной системы залпового огня. Основной задачей РСЗО является борьба с танковыми группировками и войсками, рассредоточенными на значительных площадях и дистанционное минирование местности. Дальность поражения цели реактивными снарядами достигает 21 километра, а площадь поражения огнем РСЗО – 140 квадратных метров. Реактивные системы залпового огня благодаря удачному сочетанию огневой мощи и простоты. Вперед, вперед, вперед!